Новости футбольного клуба «Дина Силамя». Комментарий тренера клуба Николая Тощева. Ну, все по графику, тренируемся, играем товарищеские игры, играем турниры. То есть, ну, как бы дети приходят, тренировок много. Ну, все нормально. Ну, начиная с маленького, там уже и в 5 лет приводят нам, и даже меньше, и, ну, до старших ребят там уже, ну, которому там 16-17 лет. Да, кто хочет заниматься футболом, город маленький, нас все знают. И, ну, футбольный клуб «Дина», телефоны на сайте, везде есть, в спорткомплексе. То есть нас найти легко, мы во всех соцсетях. Поэтому, кто хочет заниматься, чтобы ребенок футболом, приводите, ждем на тренировках. Ну, любой спорт развивает и характер, и ребенок становится сильным, упорным. Вот. Меньше болеет, естественно. То есть и футбол – это игра, это интересно. Также мышление, естественно, развивается у детей. Поэтому, ну, как бы, футбол, в принципе, спорт номер один, наверное, в мире. Следите за последними новостями вместе с ЕСН ТВ.